Так, прогулки по Ташкенту продолжаются. Захожу в очень, на мой взгляд, красивый жилой комплекс. Здесь у нас рестораны, какое-то кафе. Бакухи какое-то тоже заведение. Короче, здесь на первых этажах, по ходу дела, будут размещены. И размещены, кстати, рестораны, кафе. И что вы думаете, друзья? Ну я не могу не пройти мимо и не могу сказать пару слов об этом заведении. Смотрите, за моей спиной в Ташкенте здесь пилки. Вы представляете? Вот где-где, но здесь пилки. Я даже не ожидал, что здесь я это увижу. То есть в Питере их настолько много, это просто огромное заведение, да, то есть сеть, можно сказать, маникюрных салонов, да, и именно здесь, в Ташкенте, я его увидел. Вот что-что, кого-кого, но, честно сказать, пилки я не ожидал даже увидеть. Это для меня, можно сказать, шок-контент. Опять же, да, то есть любители маникюра, ну, всем welcome сюда. Я, честно говоря, давно здесь не бывал, но, по крайней мере, в Питере я точно, по крайней мере, видел много данных мест. Так, ну что, продолжаем нашу обзорную экскурсию дальше. Наверное, все-таки я переверну камеру и продолжим мою красоту снимать, собственно, дальше.